ролике, где я вот ехал сюда, слитые были по дороге. Ну как это? Песок с солью, трава, я не знаю, что еще. Следы были. Так вот, такие явно выражены. Так это мои следы от автомобиля, когда я сюда приехал. Мы попытались поехать. В первом же заходе получилась такая ситуация, пошел дождь. Потом пытались отсюда уехать, а уже целая проблема отсюда уехать. Ну, так что комфорт — это только... И плюс я с собой взял литий. Вот эти два провода, которые идут в кофру, это как раз литий 10-амперный. Так, комарин. Это мой шанс, что я точно доеду домой. То есть я вообще, по идее, на литии бы не советовал ездить в такой дальняк, если вы точно не знаете, насколько точно километров вам хватает. И причем, если ехать не на круиз-контроле, да, а ехать, я не знаю, там с этими перегазовками постоянными, постоянно притормаживает, постоянно газ, тогда аккумулятор должен быть в большем запасе, куда большем запасе. Ладно, вот такое вот маленькое видео. Я приехал, тут достаточно красивое место. Вот так вот оно выглядит. Поле, 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 поле. Три подходочка к реке, и все меня вполне устраивает. Ладно, всем спасибо, всем пока, я пошел.